Тоттенхэм. Голкипер Уго Льорис. В защите Эрик Дайер играет с Беном Дэвисом. И с одним нападающим решил начать матч главный тренер. Впереди играет Харри Кейн. Стартовые 11 игроков Ньюкасла вашему вниманию. Игра вторым номером. Вот конек этой команды. Они садятся в оборону и дают сопернику определенную свободу, играя скорее на разрушение, чем на созидание. Именно так. Они осознанно отдают инициативу, но мы-то знаем, что весь матч в обороне сидеть задача нелегкая. И так можно не проиграть, но невозможно выиграть. Так что посмотрим, какую тактику сегодня команда применит на этой встрече. Ньюкасл в 2016 году в третий раз в истории премьер-лиги вылетел из нее, но всего спустя сезон смог вернуться. Добротная команда Ньюкасл. Звезд неба не хватало никогда, но благодаря своей академии и умению подписывать игроков, которые становились кумирами болельщиков, любимая команда не только в Англии, но и далеко за ее пределами. Атака продолжается, мяч все ближе к воротам. Пошла подача в штрафную. Ох, как не получается у защитника мяч вынести. Дальше мяч не идет, перехват. Хёберг. На этом атака заканчивается. Отличный перехват. Перехвачен пас. Отдает он передачу. Можно подавать тут. Бентанкур. Сон Хенми. И счет открыт. Увидели мы все-таки быстрый гол. И это очень серьезное преимущество уже в самом начале игры. Вот это удар у него получился. Пушка страшная, как говорит коллега Черданцев. Хоть и не Колодин бил, но все равно получилось очень мощно. И к голкиперу тут никаких вопросов. Доволен тренер игрой своей команды. Теперь они выигрывают. 1-0 в нашей игре. Шелви. Мне показалось, что игрок в офсайде был. Ну, мало ли что, мне кажется. Действительно, здесь есть небольшой офсайд, так что арбитры правильно разобрались, да и момент был не самым опасным. Кейн. Кейн. Точнее, нужно Кейну пасы делать. 1-0 в нашей игре. Шелви. Мне показалось, что игрок в офсайде.